Любовь к спорту передалась по наследству. Воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва Полина Хомякова завоевала золотую медаль в 5-й летней спартакиаде молодежи России по легкой атлетике. С чемпионкой из Томилина пообщалась наша съемочная группа. Крепко затянуть шнурки и правильно выбрать форму. От маленьких деталей зависит большая победа. Вес обуви может повлиять на скорость при забеге. Легкоатлеты используют шиповки – кроссовки со встроенными шипами на подошве. Когда ты бежишь без шипов, она может чуть-чуть проскальзывать. А когда ты бежишь в шиповках, то есть ты на одном месте, вот как ты поставил ногу, так ты оттолкнулся. Только вперед. С этой мыслью Полина достигает вершин в спорте. В зимнем сезоне люберчанка пробежала 400 метров за 55,9 секунд. В 17 лет Полина Хомякова стала мастером спорта по легкой атлетике. Полина очень интересный ребенок, трудолюбивый, который много ставит перед собой целей и действительно их пытается достичь. Даже не то, что пытается, а поставила себе цель мастера спорта. Она выполнила мастера спорта. Спорт в жизни Полины с детства занимает главную роль. Смешанные единоборства, гимнастика и даже бокс. Для кубков и медалей есть отдельная коробка. Желание всегда быть первой помогает не только в спорте, но и в учебе. Когда ты показываешь уже высокие результаты, тебе уже не хочется быть в каких-то списках ниже, чем среднячок. И возможно, что из-за этого тебе хочется и по учебе также догнать всех своих одноклассников. Такому же примеру следуют младшие сестра и брат Полины. Семья всегда следит за соревнованиями спортсменки. Любовь к активному образу жизни детям передалась по наследству от мамы Виктории Александровны. В ее расписании дня всегда отдельное место занимает йога или бег. На лыжах всегда велосипеды, ролики, самокаты. Все. Даже на юг, если едем, там стараемся... Ведсерфинг, вот это вот, что-то пробовать, новое. Останавливаться на достигнутом Полина не планирует. Спортсменка из Томилина мечтает подняться на высшую ступень мирового пьедестала. При такой огромной поддержке ее семьи сомнений, что Полина станет первой, нет. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.